Ты справишься? Он с оружием, да? Один. Где? Видишь? Вон. Прямо смотри за стеной. А, эта стена не прогрузилась. За стеной вот этот чувак с оружием. Иди сюда. Та, которая вот они. Стена. Вот, это один голый. Он отвлекает. А за стеной чувак с оружием сидит. С пистолетом. Как я понял. Этот бежит, убегает. Заманивает. А этот сразу за стеной. Нет. Я, короче, я мансую. Готов. Уходи, сука. Готов. Ублюдок. Отлично. Один револьвер. Ага. Причем два. А, револьвер? Два? Ну, один из рук у него выпал, насколько я знаю. Нет? Нет, он успел убрать его. Вот. А, это топор. Угу. Железный, целый. Ой, по нам стреляют. Давай вдоль забора, так и уходим. Вдоль забора давай. А, бежит что ли? Да я его вольну сейчас, сука. Давай, я его отвлекаю. Убегает. Мимо. Мимо. Все, он скрылся. Все, пошли, патронов нет. Угу. Беги! О, моя стрела. О, Фелла. Нищеброд. Я-я-я. А, окей. Привет, нищеброд. Ой, это ты? Блядь, я уже выстрелил. Ой, попал по тебе. А, правую булку повредил, кажется. Ну да, двое бегут. Трое. Окей. Террорист, ты где? Дома. Давай, доставай болт. Патроны. Сейчас болт достану. Я только захожу домой. Угу. Ой, блядь, сейчас, ребят, сейчас. У меня револьвер вообще пустой. Он все отстрелял. Где они, уебки эти? Уже с аэропорта бегут. На взлетке. Ой, я заблудился. Какой ужас. Нет. Бля, ебаная дверь. Да что, где подняться-то, ё-моё? Ой, попали, 42 близин, нихуя себе. Ну, пидорасы, блядь. Вообще пиздец. Так. Пидорас, попали, прикинь, вычить успел, блядь. Так, ну чё, надо вооружаться. Кто карту хочет изучить? Я. Здоров. Давай. Я возьму пистолет, который нового. А, всё, он убегает обратно. Да ладно. Но я только хотел пистолет новенький взять. У нас костер. Мы не разбили что-то. Костер у нас разлетелся. А я уже хотел попирашить. Убегают. Пиндосы, блядь. Кого там автобус дома сигналит? Кто красный внизу? Ой. Меня убили! Внизу, под нами, красный чел! Блядь! Да что за херня, опять факелом убивать? Под нами, прямо, блядь, прямо где мост наш, мост. Сука, я вниз упал, да? Нихуя хитшот на сходу, блядь. Что? Читак, что ли? Не знаю, сходу только высунуться чуть-чуть. Так. Моментально. Ну давайте, я его отвлекаю. Ну чё вы не стреляете-то по нему? Он с пистолетом. Попал в него. Блять, у меня болт свалил. Бля, их толпа целая. Нормально, нормально. Лекается. Ух, нихуя себе. Сучка. Че? Мне прилетело, ебать. Да пиздец, они, блядь, стреляют нахуй. Китайцы ебаные. Нет. Ну так я же их отвел. Поднимай свой болт. Так это улетает. Чего? Читай, улетает. Вот он, блядь, убил меня только что.
Вот с китайским ником вот этот пидор, блядь, он летает, пиздец. Сука. Кто с Томпсоном забежал в дом? Я. Вижу это. Летает? Да, да ну нахер. Вот прям вот возле моего дома летает, блядь, сука. Прям на месте лежит, я на него смотрю. Да ладно. Вижу так, вон. Так они в твой бой не залазит. Но... Да пускай залазит, там же нихера нету, алё. Так. Минус один. Патроны есть на этот, блядь, 5.56. Там крафтили да. Херову тучу. Где они? Не вижу. На. Спасибо. Пошли убивать их. Минус один, кстати. 20 патронов. Все, погнали. Ой, я без медицины, конечно. Читака звачил. Все, да, читак мертвый. Минус вижу. Два. Еще один в доме? Треси в карамбулском доме, а окна аккуратнее, вон. Пизда карамбулском доме. Где он? Убегает уже голый там. Ранил. Он спрыгнул, он спрыгнул. Куда? Вниз. Минус. Там убит. Кто-то бежит. Убит. Это они бегают, лутают себя. Так. Нормально. Ебать, читак на туре летал, слышь? Да? Бля, я не видел, жалко. Я вот спускаюсь они вниз. Двое валяются еще. Я вниз спустился тоже. Я тоже внизу. Читака скорострельные валяют. Патроны на калаш. Нихера, зато я думаю, хедшоты такие бежит вообще. Пуло. Да вообще с одной пули, блядь. Антихэт одел на себя. Постреляет. Попал. А, ты? Попал. Я... Иду второго лутать. Еще один там бежит, пидорас. Угу. По взлетке бежит. Ебать, четверо. Вот же сука. Это я. Лутаю пока. Отвлекаю их. Так. Семена есть. Отлично. 13 стрел. Давай, я крою. Я крою, давай, ты. До лутого этого. О, калаш нашел еще одного колума. Ты камень свой вернул? Частично. А куда он делал? Он не лутается. Как не лутается? В оккупации. Да, не лутается, ничего. Прикинь, не лутается. Двигайся, походи, походи, адекват. Ты стоишь, не, бля, мы повисли. Бля. Ну да. Я даже не зарезаться не могу. Охеренно. Блять, слутом все на улице. Сервак упал. Короче, блядь. У него ник. Ой, ой, задержись, задержись. Все, 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 отлично. Все, все в инвентаре у меня, отлично. Пошел. Давай. Все, ты облутал его полностью? Да, да, полностью. Ну все, лут вернули. И наварились опять. Так ты камень вернул у тебя? Да, да, да. Ой, бля, ну не, это летающий хуило, это вообще пиздец. У него ник пилот 69. Пилот 69? Ты же говорил китайский вроде. Не пилот. Который сейчас... меня застрелил второй. Китаец, пилот. Китаец летящий. Который читак китаец. Ага. А второй с ним был этот пилот, блядь. Блядь, что с читером делать? Ну, репорт надо кидать на него. Печалька. У него там трупом валяется, блядь. Главное, что... факелом дал. Так подожди, он летать летал, а он прошел сквозь стены у тебя хоть раз? Нет. Сквозь стены я не видел? Нет, ага. Нет, нет. Ну, значит, это он безопасный, только флайхак. Жить можно. Только... Решетки надо ставить. Да, он между блоками сидел, когда я решетки. Застегнул. Пидоры, у меня киянку унесли, суки. Нет, я отобрал чуть киянку, там вроде еще валяется. А, то моя была. Не, кто с голой внизу? Враги, наверное, голые внизу. Наши все одеты. Фу, бля. Так. Ну, не будем пока отчаиваться. Я думаю, что... Ну, мы же их смогли наказать, правильно? Чё? Сука. С киркой бежал. Пойду лутану. Да я смотрю, читак, блядь, между блоками застрял. Вон в аэропорт бежит. Ну, это хуй с ним. А я это убил вон там. Вот это, за нашим домом, скала небольшая такая. Но. Вот туда, со стороны дороги, он, короче, за ней лежит. Бля, я все свой вернул. Я тоже. Карамба. Нет, нет. Mm-hmm. Да, вот я сюда понял, беги. Понял. Вроде с киркой бежал.
Ой, да. О, да он залутанный, прикинь. Нихуя, да ладно. Нормально, да? С одежкой, с броней, блядь, с желтой кофточкой, лук, да стрелы, ладно. Блядь. Нихуя, он у меня голый бежал. Перчатки, блядь, вся хуйня. Полный инвентарь, ёпень мобтель. Нормально, что, в руках? Только в руках что было, не вижу. Ну, выпал, наверное, исчез. Кирка там была, я что-то какая-то залупа, не знаю. Так. Чё, быстро исчез. Блин, у нас только лута в ящиках, у нас тупо места нету в ящиках. А, скрафтить, наверное, надо. А, в натуре, да. Я же крафтить умею. Я 7 красных так, патронов тебе скинул. Так, замки, ребят, на ящики надо по-любому. Да. Но для начала, для... Ой, да ладно! Чё? Красные патроны изучить надо. Ну, ты, конечно, принёс, сказал, красные патроны. Блядь. Так. Тысяча пловцев, мать моя женщина, роди меня обратно. Нету? Вот это что, блядь, спас его репутацию. Я этого Пумкина попробую посадить. Что попробуешь? Пумкина. Пумкина? Да я семена у этого читера отнял. Слушай, ну что-то, блядь, это, я не знаю, где нас стреляли тогда, там что-то время жесткий какой-то замес. Блядь, там. Кто стреляет? Где? Ебать, спасайте меня, я бегу к вам по дороге. По дороге, именно? Я вижу, дома кто-то подходит, лучник. Я. Где он? По дороге бежит. Пусть знает, прям через кусты, блядь, с пули прям. Вижу. Он с другой стороны, Беги, блядь, в другую сторону. Блядь. Адекват, ствол бери. Я с болтовкой. Вот, он сейчас, я его выведу, я его отвлеку. Я не понимаю, где он. Вот он, на меня ждет, смотри. Оп. Это я, блядь. Это ты? Так а хули ты с дома был? Я в тебя не стрелял, такого хуя. Не с адекватностью, с той стороны прилетели трассера. Вот, говорит, смотри, оп, летит стрела в меня, блядь, заебись. Так а хули ты здесь делаешь? Дерево, что ли, лутаешь? Дерево лутаю. Так, это тер. Это тер. Кто там третий еще красный бежит? Вот, стреляй в него. Красного не, блядь, в красном. Нет, а дальше кто, блядь? Ой, враг! Вот он. Вот, блядь, я... Попал. Нет. Там еще третий, блядь, другой. Диноход меня, блядь. Да он заколебал, Манси, где мой топор? Ой, ты что, кому? Подполка. А, ему? Ты ему? Да. Бля, еще третий хуй съебался. Третий? Стоял ты, дальше адекват, а слева еще один кто-то, блядь, был залутанный, и он исчез. Но я не вижу никого больше. Невидимка? Пойду вон туда, в лес схожу. Блять. Вообще, по идее. А, ну да. Надо бы коробку хотя бы одну закончить. Надо адекватовский дом в камень превращать. Так там камень же есть у меня. Да есть, я знаю. Вообще говорю, что надо его превращать, что пока это единственная защита. Ты слышал? Да, это с этого. В нашу стену прям. На, я тебе дам стрелы. Взял уже. А, взял. Откуда? С аэропорта там эти объебосы стреляют. А зачем? Вот, слушай. Да просто, блядь, я не знаю зачем. Стены нравятся. Вон оттуда, вон. Дом, видишь их? Да, вижу. А, вон вот оттуда аж? Да, мы ночью вон с ними перестреливали. Вчера. Да, они или... письмо на пуле. На стреле надо. На стреле, да? Ну, no. Стрелой не могут застрелить, они поэтому пулями. Все, я ушел за дерево. Угу. Так, ну что я тут полутал? Дерево? У меня 7 бумаги уже готово. Вот, ну и почти 4000 дерева. Бумаги у меня крафтятся 30-ха, по-моему. Или 20-ха. Ну, я... Что ты с карамбулом делаешь? На. Тебе дерево нахера надо? Как нахера? А, ты хочешь, чтобы я патроны изучал? Я не знаю, тебе дерево ты хотел, для чего? Как для чего? Для калаша, печек? Для дерева. Типа сделал. Ну, для печек или нет? Заряжай в печке, конечно, пусть жарят, ебать. Хуйню всякую. Пиздец ты, блядь, что-то меня вообще ебать. Пиздец, блядь, загнал в тупик, нахуй. В тупиковый период. Нахуй нам болтовка обоссанная, блядь. Я уже, блядь, попробовал с ней затащить против калаши. Ну так ты в упор стрелял. Не-не-не, калаши. У нас калашей дохуя. Ну калаши, они востребованы. Ну, в смысле, требовательные очень. В СМГ попробуй что-нибудь помельче сначала изучить. Сейчас я, блядь, все на свете изучу.
Железа-то нету, блядь. Ну, они это, жарится все. Ну да, ждем. 820 дерева у меня осталось, тебе надо? Ну, для этого надо будет. Вот тебе 690. Так, да. И 820. Поднимись, Бонни, ко мне. И 15 металла. Сзади тебя адекватно лежит. Иду. Нычку, придумай. Чё? Поднимайся наверх. Нормально, смотри-ка, сделал. Нихера себе. Че это? Хуя, кстати, здесь можно спокойно жиночку сделать, ящики поставить. Потолок. Как ты туда залез? Застроить потолком, а на утро раздолбить, допустим. Ну, а если через крышу полезу, то, по-моему, это будет охеренный кладезь. Ну да, но я думаю, блядь, тебе вряд ли через крышу куча лазит. Ну да. У тебя здесь так все это. Блин, молодец, какие эти амбразуры сделал классно. И видно так. Нихера не видно. Да я не знаю, как ты стрелять будешь. Не, ну здесь-то понятно как бы. Ну хотя не, есть такие позиции нормальные. Ну а адекват там стоит. Ну я иду. Хуй тебе, инвалид. Ой, блядь. Попал? Их двое, блядь. Ой, попал. Беги. 40, блин, мансуй. Есть, попал. Пиздец, я упаду сейчас. Их два лучника. Да, да. Минус один. Друг его кинул. Ты там не упадешь? Упаду. Упаду. Падаю. Упал. Сейчас я тебя подниму. Ты где лежишь? Да мне проще убить. Домой забежал. А, домой забежал? Сейчас я этого хера облутал. Иду к тебе. Не надо, зачем? У тебя же там мясо ты ел. Я возвращаюсь, я облутал его. Да я сейчас клею уже, ладно. Да не-не. Такой, конечно, растет. Ну и нормально. Ну я умер. Да ладно. Да? Да ладно. Потому что стрела во мне торчала. Почему ты ее не вытащил из себя? Не знаю. Мне было больно, я боялся. Там тело с факелом. Да я вижу, то этот дебил себя лутает. Только нихера он не облутал, кажется. Да, это я. Да я понял уже. Нихера тебя прошило. От плеча до плеча. Так, ну чё? Так ты не видишь, блядь, ну... Я не знаю, я вижу всё как днём. Почему ты не видно? Потому что у меня подкрутки нет. Да у меня нету подкрутки, у меня... Где-то же сейчас подожди. Где металл? Надо крафтить замки, или ты их уже крафтишь? На, дерево, где-то есть. У тебя металл? У меня всего 180 металла. Ну, крафти хотя бы один где замок. Где-то же еще был. Ну, чё, где? В печках. Вот, а крафчу второй не, замок. Ты же грейдил двери, там же не все, весь металл ушел. Не грейдил я двери, откуда я двери-то грейдил? Чё 600 пороха сюда кинул, блин? Так, теперь что надо... Подожди, а двери я же здесь устанавливал или нет? Нет, на третьем нет. Все. Так, костер надо зажечь, а то нихера не вижу. Так. Здесь все верно, там все правильно. Так, грейд. Камень у меня есть. Вот же, 300 железа. Давай. В смысле давай? Ну, на двери пойду грейдить. Сейчас. Крафт. Вот, что у тебя с факелом? Два огня. У тебя один, у тебя 2x. Ага. Так, армор. Армор. Все, кодовый замок 6 секунд у меня. В смысле, у меня 2 кодовых замка? Отменил. Ну, отменил, скрафтилось. Нормально. Все, установил. Я, значит, отменил. Все, на втором этаже готов.
А пароль? Ну, что убил? Пароль? Да. А. Ну что, все? Теперь молимся, чтобы завтра все было путем. А подожди, а да. Что это потолок 250, алло? 9. Почему не все загрейжено? Нету камня, да? Вот, загрейдил. Хорошо оставался. Пиздец. Че еще надо глянуть? Нормально. Ну, лестница, понятно. Ну все, надо тогда, говорю, ждать завтрашнего дня. И надеяться на то, что все будет нормально. Ну, главное, чтобы тот флайхакер, я говорю, он сквозь стены не умел ходить. Тогда все вообще тип-топ.